Игорь Матвиенко планирует построить в столице город музыки. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. РИА Новости сообщает, что заслуженный артист Российской Федерации, композитор и продюсер Игорь Матвиенко планирует построить в Москве город музыки. По словам композитора, он может быть возведен за 2-3 года в Нижних Мнёвниках, где находится крупнейший студийный комплекс в России. Это отдельное здание для музыкальной академии, несколько концертных залов, а также общежитие для студентов, пояснил Игорь Матвиенко. Композитор уточнил, что на данный момент уже есть проект и идет процесс оформления документов. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!